А перед началом этого ролика я хочу рассказать вам о хитовой MMORPG Neverwinter Online. Здесь нет однообразных квестов. Мало того, можно создавать свои квесты прямо в игре. В Neverwinter вы можете играть за дракона. Они здесь выступают не только как питомцы, это одна из рас. Реализовано все на отлично, советую убедиться самим. Ссылка в описании под видео. Сладость или гадость? Сладость или гадость? Открывайте, мы хотим конфет. Это я, Марио! Срань господня! Ладно, мы хотим конфет. Да, гони нам конфеты! И даже не думай подсунуть нам свои грибы. И никаких гумб! Куда он делся? Алло? Парни, вы готовы прятаться? Я готов. Я тоже готов. О, давайте за мной, давайте за мной. А нет, сюда, сюда. Уйди с дороги. Ты загородил проход. О мой бог. Давайте сюда. Нет, это плохая идея. Просто идемте за мной. Что ты задумал? Давайте. Что? Зачем? Зачем? Вот блин, я застрял. Наверх, наверх. Я застрял. А, все нормально. Нет, нет, спрячь свою голову. Они никогда не найдут нас, зацените. Мы просто будем стоять здесь? Да. Черт, я застрял. Просто стойте здесь. Зачем? Это глупая идея. Да они никогда не найдут нас здесь. Ну и на что это похоже? Мы очень страшные чуваки, которые поджидают детей с конфетами. Мы крадем конфеты. Эта конфетка на кухне выглядит такой вкусной. Ты про арбуз? Ага. Это сочный арбузик. Такой сочный! То есть мы про тыкву, а не про арбуз. Мы про тыкву. Арбуз, говоришь? Арбуз? О, боже! Нет! Получайте, ублюдки! Мусорная корзина побежала в дом! Он сбежал! Да. Вы, блин, серьезно? Он свалил? Да, он ушел. А вы, парни, оба умерли? Ага. Кому вообще понадобился арбуз на Хэллоуин? Ага, точно! Он как-то выделяется среди этих светильников из тыкв. Арбуз, говорите! Да! Делириус! Да, это так весело! Это лучшее время в моей жизни! Да, да! Я не понял! Я ничего не понял! Это офигенно! Экстрим! Мы можем пойти повыпрашивать конфет, но только после того, как закончим с этим. Погоди, у меня есть идея! У меня есть идея! Они никогда не найдут нас! Они просто не додумаются здесь искать! Мы просто всегда перемещаемся. Мы всегда в движении. Мне кажется, они неподалеку от меня. Погодите-ка, погодите-ка. Получайте. Эти малыши качались на качелях. Делириус, знаешь, что я люблю больше, чем это место? Что ты любишь больше? Знания. Знания. Погоди, он книга? Нет. Эван, каждый день я превращаюсь в одну книгу, так что... Ты купил этот шкаф? С пятью книгами. Это мой гараж. Делириус, Делириус, ты видишь меня? Да, да. Эй, вот он банка! Как он выглядит? Он маленькая баночка. Я ничего не вижу. Ты готов, Делириус? Три, два, один. Да! Да! О, боже! Это дом с призраками! Что? Парни, мне кажется, под крыльцом живет призрак! А, вот он! Беги! Куда он делся? Он убежал! Ты никогда не найдешь его, Филин! Да, это хорошее место! Мне пора бежать! О, блин! Вот черт! Я был книгой вначале! Где, черт возьми, этот Эван? Я здесь! Где здесь? В моем гараже! А, ну да! Любуешься своим Ламборгини? Нет, моей новой тыквой! Здесь есть гараж внизу? Знаешь, что я люблю больше, чем тыквы? Что? Арбузы! Почему здесь так грязно? Хватит базарить! Приготовься к смерти, сучка!
О боже! Что здесь произошло? Твою мать! Кажется, он умер. Он в этой комнате, он в этой комнате! Черт возьми, чувак! Ты уверен, что он в этой комнате? Черт! Ты тоже умер? Я был на столе. Я был арбузом на столе. Пошел ты! Настал тот день, когда я покину этот дом. Это хреновый день! Смотри, не попадись в ловушку этого жопошника! Передняя дверь, Ногла, он у передних дверей! Так, передняя дверь! Нет, вернись назад! Я вернулся назад! Вернись обратно! Я снова вернулся назад! О боже, о боже! Нет, зайди назад! Что? Я был там, прямо перед тобой! Нет, тебя там не было! Да, я был! У меня на экране тебя не было! Ты, наверное, использовал глич на невидимость! Или ты просто читер? Ну как я выгляжу? Не очень! Да ну, довольно неплохо! А наверху? Конечно, конечно! Да нифига, лживый ублюдок! Он снаружи? Он рядом со светильниками из стыков! Ну спасибо, блин, за подсказку! Ладно, парни, круг сузился до 200 мест! Стулья, стулья! Он один из них! Может быть эти? Смотри! Нет, не эти! Он не около этих светильников! Может он здесь? Да, да, стреляй в них, стреляй в них! Да! О, чувак, это было так близко! Почти, ты почти достал меня! Да, пни эту книгу! Пни эту книгу, это первое издание! Он где-то здесь, он рядом! О, кажется, Эван занервничал! Нет, он слишком спокойный! Может он кресло? Он грёбаное кресло! Он кресло, он чёртово кресло! Теперь он книга! О нет, чёрт возьми! Хорошая работа, Мини! Я нашел отличное место, парни. Отличное место. Я не знаю, где он. Понятия не имею. Из тебя хреновый детектив. Кажется, они все в одном месте. Эван, скажи мне. Эван, где ты? Ладно, мини-лед выдвигается. Погоди, что? О мой бог. А где она? Где она? Давай мы спрячемся здесь вместе. Запрыгивай сбоку. А как ты туда забрался? Эй, почему эта штука двигается? Да! Они никогда не увидят нас. Даже если они увидят, то ничего не заподозрят. О мой бог, парни, вы смотритесь хорошо. Я вижу их. Парни, они наверху. Внимание к деталям. Больше я вам ничего сказать не могу. О мой бог! Воу, что? Что? Делириус сам нашел вас, парни. Как? Как ты сделал это? Это было неплохо. Это было реально хорошее место. Как ты нас увидел? Вы там сильно выделялись! Что? Вот ублюдок! Вот ублюдок! Как он смог сбежать от нас? Да! Да! Куда он делся, чувак? Может он здесь? Нет, не здесь! Я сбежал, я сбежал! Это лучшее место из всех! Он где-то здесь, он где-то здесь! Я в самом лучшем месте! Скажи нам, где ты? Осталось 20 секунд! Я в том месте! Где просто офигенно. Эван, видишь стену сзади? Это мои внутренности. Спокойной ночи всем. Спокойной ночи. Я пошел спать. Я пошел в кровать. Он вернулся назад. Да не может быть. Вау. О, черт. Давай, давай. Куда он делся? Куда он делся? Нет. Хорошая работа. Да. Пошел ты. Давай сюда, Wildcat. Как тебе это место? Посмотри. Так стало намного светлее. Но сегодня не самый светлый день. У нас головы торчат. Наши головы торчат сверху. Чё как, чувак? Это просто офигенно. Мы тут вообще не палимся, конечно. Мы похожи на декорации к Хэллоуину. Нагло, нагло, нагло. Отойди назад и посмотри на дом. Нет, не пали нас, не пали нас. Кажется, вы уже спалились. Пора валить, Эван, пора валить. Они торчат из крыши, они читеры. Мы не читеры, мудила. Куда мы идем? Вы богоюзеры. Вы торчали из крыши. Пойдем, пойдем. Держи их, держи их. Эван, уходи отсюда. Я нашел его, я нашел его. Там филин в ванной, нагло. Филин в ванной? Да, филин в ванной. Идите и поймайте меня, идите и поймайте меня. Я отхреначу его.
Хорошая работа! Второй должен быть где-то здесь, он не пробегал мимо. Спасибо, что спалил своих друзей, мини-лед, я ценю это. Он ведь спрыгнул вниз? Да, но я хорошо спрятался. Он знает, где ты. Оставайся здесь. Он знает, где ты. Он знает, где ты. Ни хрена он не знает. Я тебе гарантирую, он знает. Да нифига он не знает. Он знает, он знает. Я бы уже давно убежал, если бы он знал. А он давно бы меня убил. Я понятия не имею, где он. Делириус, кажется, он коробка. Вы чё, серьёзно, парни? Вы до сих пор около трупа Веноса? Смотрите на его тело? Нет, мы пытаемся найти тебя. Вам никогда меня не найти, сучки. Блин, да где же он? Я уже давно ушел. Я останусь здесь, а ты посмотри внизу. Может, дашь нам подсказку? О, а может, ты здесь, на тумбочке? Блин, у меня здесь выбор 50 на 50. Да, точно, 50 на 50. Я видел что-то в районе кровати. Это был просто такой стелс. Это было просто офигенно. Я думал, он на кровати, но он точно в той комнате. Он в той комнате. Да, он все еще в этой комнате. Нет его в этой комнате. Стреляй! Он отдай с бутылок на столе. Он отдай с бутылок на столе. А нет, он не бутылка. Вот блин. Черт. Я же говорил, он не в этой комнате. Он прыгает у двери. Нет. Я был прав. Нагло, я был самой большой коробкой в комнате и стоял прямо перед тобой. А когда ты отвлекся на бутылки, я пробежал у тебя за спиной. Что?